Я на территории школы, бывшей именно Пушкина. Это вот входные ворота, калитка. Напротив постановка 30 лет Победы. Я вот видеопанораму сделаю. Для тех, кто помнит ее как Пушкина, ну и кто сейчас, как уже под новым ее именем, это имени Тулеби. Вот памятник. Этот человек, он в 1663 году родился и жил до 1756 года. Вот такая вот корпуса учебные. Ну, такая картина.